Ребенок решил уборку делать. Смотрите, швабру Света укоротила ему, и он пол моет. Не, неправильно, сына, неправильно, неправильно. Ванечка, не так. Давай, давай, сильнее, сильнее туда пихай, 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 пихай. Ой, молодец, ребенок. Видите, даже ребенок может этой шваброй пользоваться. Сильнее, сильнее туда пихай. Еще сильнее пихай туда. Ой, ты молодец. Все, хорошо молодец. Отжал, теперь мой. Где-то укоротила ему вот эту вот швабру. Видите, можно даже укорачивать. И Ваня сам моет полы. Не, неправильно, сына. Вот так вот. Переворачивай. Не так. Поворачивай по-другому. Нет, нет, Ваня. Вот так вот палочка, чтобы к тебе была. Вот. Ой, молодец. Теперь отжимай. Отжимай, Ваня. Да. Жми сильно. Ой, ты, господи, ты, боже мой. Какой ты молодец у меня, ребенок. Сильнее. Вот, молодец, богатырь. Все, теперь мой под креслом, под столом, под койками мыл? Нет? А почему ты все еще там не помыл? Что ж ты так плохо-то моешь? Марина, сядь, пожалуйста, не мешайся Ване уборку делать. Да, Ваня? Ваня, молодец. Ну, она у Светы в руках. Света тебе маленькую швабру сделала, да? Чтоб ты мог мыть полы сам. Ты большой, что ли, уже? Ну, ты вообще... Скажи, ставьте мне за это лайк, да? Попроси у подписчиков лайк, Ваня. Скажи, ставьте мне лайк. Стесняется. Не ставят они тебе лайк, да? Ох, они какие, не хотят ставить лайк, да, Ваня? А ты попроси у них, и они тебе поставят. Что там? Там девочки в кукол играют. Всех кукол наголо раздели, упала. Ой, господи. Отжимай теперь. Давай сильно, ты богатырь. Ой, молодец. Умница. Видите, даже ребенок с этой шваброй может справиться. Кто писал, что швабра плохая? Не, ребенку то пылесос нравится, то вот эта швабра нравится. А сегодня у нас гости были, поэтому Ваня сейчас уборку делает. Да, Ваня? Потом в следующий раз, Марина, ты будешь мыть. А потом... Ты? Ты полы будешь мыть? Не порти погоду. Эй, надо опять игрушки перебрать, все половины опять повытаскивать. А там под койкой-то ты что не помыл? О, с Марины, с Катей под койкой. Не так. Разверни к себе вот так, молодец. Все, ребенок сейчас намоет. И под койкой потом иди у Кати с Мариной мой. А то у них под койкой там такой, наверное, бардак. У Кати под койкой иди мой. Не здесь, с другой стороны. Вон там, Ваня, вон там. Вот там, 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 там. Видите, мама не хочет ничего делать. Детей заставляю. Давай мой полы. Он как шустро прибежал. Все, прибрался. А я хочу показать, где наша... Вася, ты где? А где Василиса? Тут просто Василиса всегда у нас лежит. Для нее даже тут плед положили, а ее нету. А кто у меня тут опять это... Поделки трогал? Тетенька трогала. Понятно. Вася, у тебя там все понятно? Неправильно. Вот так вот оно стояло у меня всегда. Красота моя стоит. Красивые штучки. Еще хочу что-нибудь на деревянном. Ну, Дед Мороза буду вышивать, потом еще что-нибудь. Ладно. Смотрим дальше, как ребенок делает уборку. Ты долго будешь еще полы намывать? Да, а тут тоже, да, бардак? Ой, мама чуть не упала. Ну ладно, пусть ребенок моет. Так,
Ребята, что собираюсь делать? Хочу разогреть картошку с мясом, которая с вчерашнего дня еще немножко осталась. Маленьким дать. На папе сказать, чтобы суп занес, и суп тоже сделал разогреть. С утра они ели уже другое, но вот сейчас время обеда, надо им разогреть. Кушать разогреваем. Катя посуду моет. Дайте Свете, пускай починит, швабру сделает. Коза такая. Дел много, рук не хватает. Поварюшку повесить. На половину кружек, наверное, вообще вынести, да? Которыми мы не пользуемся. Девочки, выберите себе каждый по кружке, остальные я вынесу из дома. Потому что мне так надоело уже все это. Так, Оксана камеру закрыла. Вот эти маленькие, кому-то нужны кружки, нет? Девочки. Ваня, он из маленькой уже не пьет кружки. Ты из такой будешь пить или из вот такой? Со змейкой. Со змейкой, хорошо. Так, со змейкой оставляем. Я уже помыла. Это на улице было. Катя, ты ее не помыла. Да я говорю, я посуду уже помыла. Все с тобой. Надо кружку не помыла. Катя, вымой кружку. Вот так вот они себя ведут. Я уже вымыла. Водичку сейчас дам, подожди. И что? Ну так вот всегда они скандалят. Огрызаются друг с другом. Сейчас Ванечку дам. Она сейчас вымоет. Я уже вымыла всегда. Хочу лишние кружки поубирать. Столько у нас много дома кружек. Это просто ужас какой-то. Оставить только вот самое необходимое. Вот эту вот убрать. Эту вот тоже убрать. Половину кружки поубирать. Так, это давай сюда я повешу. Вот эту вот красную тоже убрать. Что-то кружек вообще дома много. Так, это оставим. Эту я оставлю. Это остается. Это тоже остается. Нури. Нури, Нури, Нури. Оставим две кружки Нури. Так, здесь 4. Вот эту вот цветастую давай я уберу, она не нужна. Сейчас поуношу половину кружек отсюда. Эту кружку я сейчас сюда повешу. Убирать лишнее, надоели уже одни кружки, 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 и везде одни кружки. Я вчера уже некоторую посуду, которая, ну вот на данный момент мне не нужна, поуносила на часть на летнюю кухню, часть пристроила, у меня там сервант стоит, чтобы мне удобно было доставать, я туда убрала. То, что мне нужно будет, например, формы для выпечки, чтобы дома не лежали, я туда убирала. Так нет, я большие формы для выпечки убирала. Зачем я буду маленькие-то убирать? Маленькими мы часто пользуемся, когда кексики стряпаем. Так, эту кружку тоже убрать, это оставить. И вот сейчас поубираю все эти лишние кружки, все унесу. Ладно, дальше разогреваю. Кушать, деткам. Сейчас покормлю их и буду дальше чем-то заниматься. Маша сегодня картину рисует. Не сегодня, вообще вот рисует картину, потом покажу. Оксана вышивкой дальше занимается. Оксана книжку прочитала сегодня? Или мне ругать начинать? Заставляю каждый день книжку читать, заставляю. Потому что она ужасно плохо читает. Да, Оксана? Выкинь, пожалуйста, бутылку. Сахар. А Катя у нас сегодня ее научили посуду мыть. Катя возникает, возмущается. Оксана, выкинь, пожалуйста. Ничего не возмущается.
Видите, видите? Вредничает, короче, одним словом. Ладно, разогреваю и кормлю детей.